На этапе поединков музыкального шоу «Голос» уже не дети произошел неожиданный поворот. Дима Билан поставил друг против друга двух сильных участниц, Алису Кожикину, победительницу первого сезона проекта, и Ренату Таирову. Алиса Кожикина выбрала для себя хит Полины Гагариной «Шагай». Ее выступление началось мощно и красочно, но во второй части песни она не смогла поддержать высокий уровень. Эта недоработка была замечена членами жюри. Рената Таирова исполнила песню «Kissing You». Ее академическое исполнение покорило как наставников, так и публику. Когда наставникам пришло время выбирать, Дима Билан сразу же выбрал Ренату Таирову, оставив Алису Кожикину за бортом шоу. После участия в шоу «Голос» Алиса уже смогла использовать полученную популярность. Она выпустила несколько сольных альбомов и собрала армию поклонников в социальных сетях.